Доброе утро, 8:26, все по садам. Туда-сюда, иду к своей аппаратуре зверской. Выезжаю, ехать близко, 3 часа ехать. Автоспорт в опасности, встал как козел. Знак тут стоит какой-то, я думаю, может там тесно. А может и не тесно, но я встал там. Иду, надо кое-что купить, кое для кого, кое зачем. Аппаратура на местах. Иду, схожу на трибуну, гляну, что там, как обстановка. Народ раскладывается. То все туда-сюда. Нормальды. Ответственно заявляю, что тебе комиссия пройдена. Идем фотографироваться. Техпарк строится. Все красиво. Дым дымится. А я поехал обратно. На стенд. То есть я сейчас был на техкомиссии. Заявки подал. Еду настраивать машину. Заскочил на заправку, чуть было не просрал момент, солярка чуть не кончилась. Залился, взял дорожку еды, сейчас проверим стропы. Все ли нормально, едем на стенд в Man's Motors, там ждут нас ребята. Докладываю обстановку, профсоюзная на связи. Когда я выезжал с МРВ, мне навигатор показал, что я буду в 6 часов, то есть 2 часа с копеечками ехать. Сейчас же он показывает, что я буду в 8 часов. Я на финишной прямой пошел слить конденсат в карбюратор и купить что-нибудь перекусить. Полчаса и я на стенде. Надеюсь, меня там кто-нибудь ждет. Приехали и приехали мы на стенд наконец-то. Мишанька, настройщик, ты еще спать не лег там. Так, история такая, начали газовать, ну так, на атмосферочке, потихо, где-то на 6000, какой-то дыр-дыр-дыр, помехи какие-то идут. Сейчас надо попробовать поменять датчик коленвала, уже зафачил куртку, это неприятно. Поменяли датчик коленвала, не помогло, поменяли датчик распредвала, не помогло, сейчас увеличим зазор на датчике коленвала. Если не поможет, то я даже не знаю, что делать. Говорит и показывает дядя Федор. Короче, дела налаживаются, проводочки там разрезал, раскидал по разные стороны, наводки вроде бы пропали. А пружинка оказалась 0,2, мы ее откатали по-рыхлому, я поставил другую пружинку, она оказалась 0,4, мы ее откатали по-рыхлому. Сейчас чуть гейт остынет, я ставлю две пружинки, и мы попрем дальше, бустов добавлять. Все, спасибо ребятам из Man's Motors. Короче, красавчики, в ночь меня тут приняли, респектую, сейчас таких бустов надуем. Ой, тру-ля-ля будет. Короче, пошел менять пружинки, добавлять. К сожалению, я коробку с пружинками забыл. Так бы вообще навалил много. Что, поехали дальше. Пружинки теперь две. Я думаю, буста будет 0,8. Тру-ля-ля. Газпол, волосы назад. Завтра надо показывать. Ну, конечно, что-нибудь вылезет завтра, но я думаю, должно быть все нормально. Час ночи, ребята. Мы коляску настроили, вроде бы все работает. Man's Motors. Красавчик. Ванька. Красавчик. Со мной тут сидит, короче говоря, суету наводит там. Помогает. Настроили все нормально. В сопли не настраивались, так по лайтушечке, потому что настроечка у нас через удаленочку, через TeamViewer. Короче, потом будем настраиваться на мощность, на максимальную. Позже, позже. Я думаю, даже здесь же. Ребятам спасибо. Итоги дня были. На МРВ, все по ней сделали, вечером настроились, Денис катался, кулак сломался, все по красоте. Сдаем задним ходом, тру-ля-ля в Мечково, бросаем грузовик, цепляем пикап, полетели спать. Чтобы вы понимали, я выезжаю на Новорязанку в 1:36. Алло, прием, 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 есть кто на связи, прием. Какого нахрен хрена пробка? Наконец-то еду домой с мячиком на пикапе с прицепом, в прицепе бурятка. Все кинул, что нужно. Попробую поспать. Осталось спать 2 часа. 2 часа, алло. Целых 2 часа.